Всем привет! Вы на канале Maribel Info. Сейчас едем в аэропорт покупать билеты до Бангкока. И вам все покажем. Поехали! Видите, новые условия. В общем, так. Ребята, апокалипсис, вообще никого нет. Смотрите, вообще поле пустое. Один самолет только. Ну, смотрите, тут несколько касс разных авиакомпаний. Nokair, Thai Lion. Смотрите, у них какой прайс. Еще проверили Nokairways. А для детей 2345. Копкунка. Include insurance and all fee. Yes. Продают шашлычки. Всего по 15 бат. Девчонки зазывают. Ехали вдоль дороги. Хотела показать вам. Не могла пройти мимо, как растут ананас. Вот они, ананасики. Смотрите, как они растут. Вон, цветочки на них цветут даже. У них сейчас период цветения, и вон такая огромная просека, и тут за кустами не видно, вон все до леса, прямо все в ананасах. Сладкий тайский ананас, тот, который вы любите. А еще вот на дереве, смотрите, прям вдоль дороги, у них, мне кажется, папайя, это вообще какое-то растение вот такое легкорастущее. Можно запросто вдоль дороги вот так вот увидеть такой вот куст, полностью забитый папайей. И вон даже одна уже желтеет. Желтенькая созревает, уже почти созрела. Так вот тут все растет вот и пышет прямо вдоль дороги. Бананы, ананасы, все это. Ну, это, конечно, ферма здесь, нельзя срывать. Ну, а так есть заброшенные кусты. То есть с голоду точно здесь помереть очень сложно. Друзья, мы приехали сейчас в аэропорт. И нам нужны внутренние авиалинии. Нам нужен билет до Бангкока. Здесь есть также International Terminal. Вот за это и есть, в принципе, здание там дальше. Вот туда прилетают международные рейсы. А здесь внутренние рейсы. Мы сейчас туда пойдем узнавать, сколько будет стоить билет до Бангкока сейчас. Смотрите, тут какие картины красивые, воодушевляющие. Хочется поехать куда-нибудь в Караби. Еще на какие-нибудь лазурные берега полететь. Вот все это можно осуществить вот здесь. Сейчас посмотрим, сколько будет стоить билеты. Такие красивые картины, конечно. Я все думала, где такая красота. Присмотрелась, это же Пхукет, ребята. Вот это пляж Найхарн. А вот это вот красота, это наш Януи пляж. Как видите, у нас уже картины на уровне второго этажа. Мы сейчас находимся на втором этаже. Надо будет подняться, и здесь уже можно будет пройти в здание аэропорта и приобрести билеты. Видите, новые условия. В общем, такая прохлада, вообще класс. Заходим. В общем, мы сейчас находимся во времени пандемии и посмотрим сейчас, какие условия здесь. Ну вот, смотрите, есть народ в аэропорту, внутренние авиалинии работают. Конечно, это не тот масштаб, что был раньше. Нам подсказали, что нужно подняться на лифте еще выше, на третий этаж. Там кассы. Идем вот сейчас туда. Ну, смотрите, тут несколько касс разных авиакомпаний. Nokair, Lion. И Азия надо нам посмотреть. Но мы сейчас узнаем, тут вот вет, все, в общем, есть. Сейчас посмотрим стоимость билета. Prices. Бангкок, Нан. Вот билетики. О, ну и цены. Тут, в общем, есть и Thai Airways, и Азия, и Бангкок Airways. Мы все-таки склоняемся к Air Asia. Сейчас узнаем, сколько здесь будет стоить билеты. Смотрите, сейчас как пустенько в аэропорту. Придется сниматься в маске, потому что здесь правила строгие. Значит, смотрите, билет на одного человека стоил 2800 бат в один путь. Неважно, это взрослый или детский, как бы вот одна цена. Туда включено все, то есть все трансферы и 15 килограмм багажа. Вот такие цены. Вот сейчас погуляем еще немножко по аэропорту, но думаем, будем
наверное, поедем на машине, все-таки дешевле, потому что у нас четверо. Еще проверили Knockerways, у них 15 килограмм включено, 1679 на 11 часов вылет. В Тайлион, смотрите, у них какой прайс, 1200 всего лишь, ну, на одного человека получается по времени, и это уже нас больше устраивает, и 10 килограмм багажа включено. Так что, в общем, Тайлион подешевле будет прайс. А? Она какой-то. Ну, для вас, может быть, интересно еще будет. Это Bangkok Airways. Они летают, вот, пожалуйста, вот время. И у них 2500 стоит билет, но включает багаж 40 килограмм, представляете? Так что это тоже как вариант. А для детей 2345. Копкунка, сеньки. Если захотите покушать здесь тайской еды, то, в принципе, вот цены. И мне кажется, это очень неплохие цены для аэропорта. Не как во всех аэропортах, там некоторых делают забубенные цены. Здесь такие же цены почти как в городе, что очень удобно, можно спокойно сесть, поесть. Пойдем посмотрим сейчас на самолеты. Это же сейчас такая редкость. Смотрите, вообще поле пустое. Один самолет только. Видно море отсюда, пляж Майкао. Мы туда заедем. Туда и еще на один пляж по пути нам получается. Посмотрите, один самолет, ребята. Такого не было никогда. Больше нет ни одного самолета. На это. Обалдеть вообще. Вот такие времена настали. Смотрите, продают шашлычки, всего по 15 бат девчонки зазывают. В общем, Таиланд начинается и не заканчивается здесь. Вкусные тайские шашлычки и всего лишь по 15 бат. Везде в Таиланде, конечно, по 10, но для аэропорта, мне кажется, это нормальная цена, вообще отменная. Смотрите, международный терминал International просто пустой вообще. Вообще здесь пусто, никого нет. И мы хотим узнать цены на билеты сейчас. Не факт, что касса открыта, и посмотрим. Ребята, апокалипсис, вообще никого нет. Смотрите, пусто все. Это жесть. В общем, вот он, как работает этот вирус. Он никому не дает жизни. Весь терминал пустой. В общем, не работает ничего тут. Работают только внутренние авиалинии. Вон, смотрите, все вот тут вот было забито людьми, а сейчас никого нет. Хотим мы арендовать авто. Хотим арендовать авто. И доехать из аэропорта Пхукета до Бангкока. И единственное, кто делает такой трансфер, это вот Budget. Сейчас мы узнаем, сколько стоит. Один день 1800 бат стоит аренда. Это, и только вот такой вот авто. Это как его из всех. Залог? Можно. Депозит? No? No deposit. Include insurance and all fee. Yes? Yes? Okay. А что надо для этого? Паспорт? Паспорт. Паспорт. Three day, four day. 50 day. You go in Bangkok. What is the fee at Bangkok? Fee, all fee include. Yes. Per day. Okay. And pass. One way fee. Pick up here. You go at Bangkok. Okay. Okay. One way. Yes, one way. He drive. В общем, 1800 день, на 3 дня получается 5400, и плюс 3210 это сбор за то, что ты едешь в один конец только. Вот. Ну, еще и за бензин получается платите. В общем, понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы еще вам покажем наш путь домой, потому как нам мы вынуждены отправиться домой. И до новых встреч, смотрите нас. Не пропадайте, будьте с нами, задавайте вопросы. У нас много опыта. Поделимся обязательно с вами. Пока!